о Иосифе Флавии. Двоичная система счисления и Иосиф Флавий. Кто такой Иосиф Флавий? Это человек, который в молодости был солдатом и в зрелом возрасте стал великим историком. Историк – это человек, который пишет книжки о том, как что было. Он рассказал мрачную, страшную легенду. Как-то раз отряд попал в окружение и, спасаясь от врагов, спустился в какую-то пещеру. Из этой пещеры был только один выход. Врагов было очень много, враги были сильные. Выход из пещеры был такой, что надо пролезать. И уж если ты лезешь в этот самый узкий-узкий лаз, то ни о какой войне речь точно не идет, и враги тебя точно возьмут в плен. Вот. А пещера, наоборот, большая. И повторяю, лаз очень узкий, поэтому враги тоже не могут к вам сюда прорваться, потому что им тоже очень неудобно в этот самый лаз лезть, они тоже будут рисковать. Соответственно, этот отряд в пещере сидит, ждет, враги тоже ждут. Понятно, что когда-нибудь есть захочется, когда-нибудь просто от голода, в общем, начнут умирать, ничего хорошего не будет. И тогда этот отряд принял страшное решение. Они поняли, что им придется сдаваться. Почему-то сдаваться они не хотели. Никогда не понимал, почему. Но, извините, воинская доблесть – это что у нас не по моей части. Я очень надеюсь, что никто из вас не пойдет писать о том, что я здесь там занимаюсь пропагандой, не знаю, отсутствие воинских доблестей или наоборот воинских доблестей. Потому что на всякий случай, к тем, кто пойдет писать заявление, это было примерно 2000 лет назад. Поэтому кто там с кем воевал, явно не является актуальным. Да? Вот. И уже, в общем, тех стран, которые тогда воевали, в общем, скорее нет, все в истории меняется. Так вот, повторяю, страшная история заключается в следующем. И они решили, чтобы не достаться врагу, чтобы не сдаться в плен, самим себя убить. Их был, как гласит легенда, 41 человек. Они встали в этой пещере по кругу. Я не буду рисовать 41, но вы поняли идею, да? Вот. И, начиная с некоторого первого человека, там, с командира или с кого, двоих отсчитали, и эти двое убили третьего. После этого двоих отсчитали, убили третьего. Двоих отсчитали, убили третьего. Двоих отсчитали, убили третьего. Ну, разумеется, когда кого-то убивали, то его тело, что называется, уносили в бок. Вот. И так отсчитывали. Догадайтесь, сколько в конце концов останется. Двое. Останутся те самые последние какие-то двое, да? Ну и дальше у них был договор, что те двое, которые останутся, они должны, значит, радостно и весело убить друг друга, и на этом, значит, их воинский дух воспарит. Вот. Но Иосиф Флавий был умный человек, и он догадался, что поскольку фанатизм этого отряда он преодолеть все равно не может, он может хотя бы спасти своего друга. Он взял где-то в сторонке на песке, нарисовал 41 точку, стал таким образом проходить, затирать эти самые точки, понял, какие двое останутся в конце, и сказал своему другу одно из этих мест, а на другое встал сам. В результате действительно всех фанатиков поубивали, вернее, они сами себя поубивали, да? Вот. И он со своим другом вышел, значит, сдался в плен и стал там великим историком, ну, еще дальше жил радостно и счастливо. Значит, повторяю, сейчас я говорю вовсе не про военных и вовсе не с целью, что называется, заниматься там пропагандой, там, сдаваться в плен или не сдаваться, меня сейчас это совершенно не волнует. А меня волнует двоичная система счисления. А именно, ребята, вот задача Иосифа Флавия, как ни странно, разумного решения не имеет. В том смысле, что чтобы ее решить, нужно действительно взять, выписать 41 число, 1, 2, 3, 41, и после этого
ну, правда, сделать всю процедуру и посмотреть, что останется. Но если бы они вели себя не так, если бы они на самом деле уничтожали каждого второго, то ответ был бы очень красивый, ответ был бы действительно совершенно замечательный. Итак, рассказываю исправленный вариант. Понимаете, в конце концов, какая нам разница, что там было на самом деле, и было ли вообще это на самом деле? Это уже историческая, в общем, мелочь. А вот для математики получилась красивая задача. У нас по кругу написаны числа. Ну, давайте посмотрим, сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Давайте вот остановимся на этом. Начинаем с числа 1. Оно остается пока. Двойку зачеркиваем. Тройка остается, четверку зачеркиваем. Пятерка остается, шестерку зачеркиваем. Остается, восьмерку зачеркиваем. Остается, десятку зачеркиваем. Остается, 12 зачеркиваем. Остается, единицу зачеркиваем. Остается, пятерку зачеркиваем. Остается, девятку зачеркиваем. 11 остается, 13 зачеркиваем. Тройка остается, 7 зачеркиваем. 11 остается, тройку зачеркиваем. У нас в результате осталось число 11, если начинали с 13 человек. Идею поняли? Да. Отлично. А вот сейчас, господа, от вас потребуется несколько минут самостоятельной работы. Я сейчас быстро выпишу числа от 1 до скольки получится. Сколько длины доски хватит? Здесь университетская чудесная доска, поэтому я уже до 16 дошел. Короче, до 20. Почему это до 20, интересно? Давайте сделаем так. Здесь, знаете, когда у меня мало народа на кружке, я обычно всегда прошу просто, ну, чтобы там, раздаю числа, и каждый, что называется, делает. Сейчас, если я здесь начну опрашивать каждого, но это будет безумие, мы просто слишком много времени потратим. Поэтому давайте сделаем так. Вы сейчас берете те числа, которые вам кажутся, что называется, симпатичными. Ну, то число, которое вам хочется. Хорошо? Рисуете круг. То есть идея такая. Под числом 13 я уже пишу 11. Вот. Несколько минут я просто дам вам сейчас самим поиграть. Потом я напишу правильную таблицу. Рисуешь круг, например, там ставишь 20 точек и пошел зачеркивать. Или, я не знаю, кто-то из вас поставит 33 точки и пошел зачеркивать. И так далее. Не так важно сколько, важно, чтобы когда я напишу правильные ответы, что называется, с вашим бы совпало. Не обязательно брать большие числа. Кто-то может взять число 5, кто-то может взять число 7. А 7 можно? 100, ты обязательно спутаешься, поэтому ну, зачем плодить ошибки? Нет, больше чем 33, пожалуйста, не берите. Что? Да, да, да. Через 1 зачеркиваем. 2, 4, 6, 8 вычеркиваю, 10 вычеркиваю, 1 оставляю, 3 вычеркиваю, 5 оставляю, 7 вычеркиваю, 9 оставляю, 1 вычеркиваю, 5 оставляю, 5 оставляю, 9 вычеркиваю. Ответ какой? Ответ 5. Значит, под числом 10 надо написать 5. Хорошо. Число 12. 2 вычеркиваю, 4 вычеркиваю, 6 вычеркиваю, 8 вычеркиваю, 10 вычеркиваю, 12 вычеркиваю. 1 оставляю, 3 вычеркиваю, 5 оставляю, 7 вычеркиваю. 9 оставляем, 11 вычеркиваю. 1 оставляю, 5 вычеркиваю. 9 оставляю, 1 вычеркиваю. Остается число 9 под 12. Так, отлично. Для семерки. 2 вычеркиваю, 4 вычеркиваю, 6 вычеркиваю, 1 вычеркиваю. 3 оставляю, 5 вычеркиваю. 7 оставляю, 3 вычеркиваю. 7 получается. Под числом 7 надо писать 7. Отлично. Пятерка.
Два вычеркиваю, четыре вычеркиваю, один вычеркиваю, пять вычеркиваю, три осталось. Значит, под числом 5 надо написать 3. Так, и последний из того, что я здесь написал. Два вычеркиваю, четыре вычеркиваю, шесть вычеркиваю, восемь вычеркиваю, три вычеркиваю, пять вычеркиваю. Папа. Пять не надо вычеркивать, да. Семь вычеркиваю, пять вычеркиваю, теперь осталось 1. Вот. Так, под восьмеркой 1. Я сейчас пройдусь по этой всей штуке. Разумеется, я уже внес ответы, которые получил. Нет. Сколько в этих всех, неважно. Я посчитал на доске несколько картинок. Разумеется, если бы у нас было чуть больше времени, то я, конечно, посчитал бы вам просто все. Но я сейчас объясню, надеюсь, что вы это поймете. Каким образом можно получить не просто вот каждый раз выписывая круг, а каким образом можно сразу заполнить всю таблицу? Кто-то из вас успел больше клеточек заполнить, кто-то меньше. Это вопрос индивидуальной скорости. А вот сейчас наступает важный момент. Скажите, пожалуйста, под числом 1, что я должен написать? 1, конечно. Так, давайте введем такое обозначение. Здесь будет N, а здесь будет, ну, я не знаю, как его обозначить. Давайте так. F от L. Вот такой вот, вот это будет в честь Иосифа. Такую букву, знаете английскую? Да. Замечательно. Это Y. Нет, это не Y. Это Y. Маленькие буквы пишутся так. Подряд буквы, понятно. А большая пишется так. Мне сейчас важно понять от числа 2. Вот смотрите, стоят две точки, мы зачеркиваем вторую, правильно? Да. Что остается? Три. Остается, конечно, 1. Хорошо, но для тройки я, к сожалению, не понимаю, как это понятно объяснить, ни вы, ни Лисава. Сначала двойка зачеркивается, после этого тройка пропускается, 1 зачеркивается, значит, здесь будет 3. Отлично. А вот сейчас позвольте посчитать задачу для 4. Не просто посчитать, а в какой-то момент мы сделаем стоп-кадр. Итак, внимание. Зачеркиваем двойку. Зачеркиваем 4. Внимание. Нет, стоп. И в этом вместе делаем простое слово «стоп». Что у нас сейчас произошло? У нас было 4 точки. Четные числа исчезли. А значит, остались что? Две точки. И на самом деле у нас как отсчет начинался с этой единички, так он и опять начинается от единички. Ребята, пожалуйста, поймите эту важную вещь. Было 4, двойку, четверку зачеркнули, а при следующем обороте тройку зачеркнем. И значит, для 4 у нас что будет? 1. А внимание, а для 8 было 1. Знаете почему? А по той же причине. Когда есть 8 точек, давайте, я хотя это уже и делал, но заново нарисую. Что такое 8 точек? Это 4 и еще 4, согласны? Да! Отлично, что произойдет при первом обороте? Двойка зачеркнет, четверку зачеркнем, шестерку зачеркнем, восьмерку зачеркнем. И на самом деле у нас остались нечетные числа. И отсчет начинается опять с того же самого места единицы. Тройку и семерку убьем, и потом пятерку уничтожим. Значит, для восьмерки единица. Догадайтесь еще, где будет сразу единица. Во всех семерках двойки. Что где? 16. Молодцы.
16. А еще где будет царство? 32. 32, вот здесь. 24. Ничего подобного. 24 этим свойством не обладает. Господа, это надо очень четко понимать. Давайте я вам даже объясню. Вот есть у меня 4, вот есть у меня 8. Как получить 24? Это надо еще на каждую душку по две точки поставить. Согласны? Да. Замечательно. Вот я вам поставил 24. Смотрите, что произойдет, если я вот начинаю отсюда и убираю каждую четную точку. 2, 4, 6, 8, все убираем. Ребятки, останется 12 чисел, останется нечетно 12 чисел, и отсчет пойдет с той же самой единицы. Казалось бы, все хорошо. Только на втором обороте останется 6 чисел, а на третьем обороте останется 3 числа. Так вот, я вынужден вам сообщить, что для тройки-то ответ не такой. Ответ для тройки – это тройка. Ну, поэтому, нет, сказать, что здесь ответ будет тройка, тоже нельзя. Объясняю, почему. Потому что у вас, вот здесь вот остаются числа 1, 3, 5, 7, там, 9, 11, 13, 15 и так далее. Они, ну, в каком-то смысле нумерация не 1, 2, 3, а нумерация только по нечетным. В общем, все будет немножко сложнее. Ребята, мне сейчас... На самом деле не так интересно число 24, хотя я его не зря выписываю, потому что на каком-то числе надо же объяснять, да? Мне важно, что для 24 мы пока ответ не знаем. Мы пока ответ не знаем для 24, поскольку мы... вот так вот просто методом пополам до единицы не дойдем. Фиксируем наше достижение. Для единицы, двойки, четверки, восьмерки, для 16, для 32, и вообще для всех, то, что называется степени двойки, когда каждое следующее число получается в два раза больше, чем предыдущее. Ответ единица. Давайте эту формулу я торжественно напишу. Функция Иосифа Флавия от чисел 2, 4, 8, ну и, кстати, 1 тоже, 8, 16, 32, там, 64 и так далее, это всегда единица. Ну, математики, конечно, пишут обычно не так, пишут такую вот формулу, вот, но это не важно. Важно, что есть совершенно гениальная идея. Как найти ответ в общем случае для того же самого числа 24, например, или для любого другого, пользуясь вот этой замечательной мыслью. Не буду сразу говорить ответ, а немножко так вокруг говорить. Если у нас по кругу расположены, если у нас по кругу расположены 24 точки, а ответ замечательный, простой, понятный, ответ вы знаете для числа 16. Ответ для числа 16 – 1, да. Как можно использовать это самое знание ответа для числа 16, чтобы получить ответ для числа 24. Я решал методом вот зачеркивания чисел. А, он просто по-честному выписал все 24 числа, да, прошелся, да, и получил ответ. Ну да, да, да. Ну я понял, я сразу вычеркнул отсюда все четные числа. Жалко, что вы эту идею не можете... Да, все, смотрите. То есть, ребят, еще ответ действительно 17. Жалко, что вы не можете догадаться. Давайте я... Если по кругу расположены, внимание, 16 точек... Меня все слышите? Да.
И мы начинаем с некоторой вот эту процедуру, то останется именно это самое некоторое, та самая, с которой начали. Это так? Для 16 ответ равен чему? Единице. Отлично. А теперь внимание, умный человек уже сказал. Я не помню, кто из вас, кто-то это, вот это специально нам говорил. Мы можем, внимание, следите, пожалуйста, я не буду сейчас зачеркивать все четные числа, зачеркнуть число 2, 4, 6, видите, я отсчитываю пальцы, 8, 10, 12, 14, 16, стоп! Нет, я не буду дальше зачеркивать 18. Я скажу, что произошла очень важная штука. У меня осталось в точности 16 точек. Поняли идею или нет? Да. Вот сейчас 8 зачеркнутых. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 зачеркнутых. Это значит 16 осталось. И внимание, где у нас сейчас вот этот бегунок смертельный стоит? Вот в этом месте. Значит, какое число выживет? Вот это. Ребята, ровно по этому принципу высчитываются все остальные числа в задаче Иосифа Флавия. Вот, например, что такое 6? Это 4 плюс 2. Все понимают? Так, рисую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зачеркиваю два числа, двойку и четверку. И у меня остается 4 числа и бегунок вот здесь. Значит, ответ 5. Догадайтесь, какой будет ответ здесь? 5. Нет. 8. Как превратить 9 в 8? Надо зачеркнуть одно число. Бегунок смещается, значит, будет 3. Здесь... 7. Здесь сколько? 13. 13. Здесь 15. Здесь 3. Здесь большая просьба не полениться и себе в тетрадь сейчас записать эту табличку. Только внимание! Мы с вами эту табличку запишем еще с двумя строчками. Эта строчка будет называться «Двоичная запись числа n». И следующая строчка будет называться, догадайтесь как? Двоичная запись числа. Двоичная запись числа ЖТ. Разумеется, для того, чтобы это все имело хоть какой-то смысл, нужно, чтобы вы знали вообще, что такое двоичная запись. Думаю, что многие из вас так или иначе это знают. Возможно, что кто-то еще не успел. Значит, поэтому буду объяснять. Двоичная запись проще всего объяснить, если представить себе, что у вас при переходе в следующий разряд происходит прибавление не десятка, не в 10 раз изменений, как у нас обычно в привычной вам бесконечной системе, а происходит, я сейчас все объясню, изменение в 2 раза. Сейчас нарисую картинку. Ребята, всегда, когда объясняют двоичную систему, делают вот этот вот трюк. Кладут ладошку, у каждого своя,
Вот у меня вот такая. И обходит ее мел. После этого договариваются какой-нибудь палец объявить числом 1. Давайте для определенности большой палец это будет 1. Вот этот 2, вот этот 3, вот этот 4. Ой, нет, нет, вот этот 4, каждый раз в 2 раза больше. Вот этот 8, а вот этот 16. Вы спросите, зачем? Ответ. Оказывается, все числа от 0 до 31 я легко и просто могу показать на пальцах одной руки. Рассказываю. Если я сжимаю кулак и не показываю ни одного пальца, то это называется число 0. Вам вообще ничего не показывает. Если я показываю большой палец, то это называется число 1. Если я показываю только указательный палец, то это будет число 2. Если большой и указательный, то это будет число 3. Если только средний палец 1,0,0. Если средний и большой 1,0,1. Ребята, срочно, пожалуйста, времени уже совсем мало, поэтому я не буду это долго объяснять. Пожалуйста, срочно выписывайте, выписывайте подряд вот это. 1,1,1. Здесь один с тремя нулями, здесь один с двумя нулями, один. Обязательно, если у кого-то некрасивая таблица, лучше заново переписать. Потому что пока вы своими руками не выпишете эти маленькие числа, ничего не поймете. Только когда реально выпишешь, эту систему реально поймешь. 1,0,1,0. Если бы у меня было хотя бы на 10 минут больше времени, я бы вам просто на двух руках показал бы все числа от 0 до 1023. На двух руках можно насчитать больше, чем до 1000. Сэкономим время, делать это не будем. А будем делать следующее. Пишем. Значит, что такое число 11? Это 8, 2 и 1. Что такое число 12? Это 8 и 4. Что такое число 13? Это вот, это 8, 4 и 1. 14 – это 8, 4. Итак, что такое 16? Это единица с четырьмя нулями. Принцип такой. Когда вы доходите до некоторого заборчика из единиц, вот, например, число 15 – это заборчик из четырех единиц, то дальше вы пишете единицу в следующий разряд, а здесь пишете нули. А дальше идет отсчет опять. Значит, 3 нуля и 1. 18 – это единица. 2 нуля, 1, 0. То есть она там 16 плюс 2. 19 – это единица. 2 нуля, 1, 1. В общем, ребята, я понимаю, что при моем таком объяснении понять мало что можно. Но зато я точно понимаю, что если вы захотите, то разобраться... Опять-таки можно. Итак, что такое? Опа, я по-моему ошибся. Ты на 1-0 забыл. 16 и 4 это 20, это правда. 21 это правда. Ты 1-0 забыл написать. Я вот так вот должен быть. Вот, пятизначное число уже. Уже пятизначное. Единица, нолик, 1, 1, 1. То есть это 16, 4, 2 и 1. Правда? Здесь 16, 8, здесь 16, 8 и единица, 16, 8 и двойка, недолго осталось, 16, 8 и 2 единицы, 31 это забор из 5 единиц, 32 это единица с 5 нулями. Ну и, господа, 33 это единица, 4 нуля и 1. Ладно, все. Сейчас еще раз для тех, кто ничего не понял, объясняю. Если есть произвольный набор
из нулей и единиц, как его перевести из двоичной системы в десятичную? Надо понимать, что последний разряд – это разряд единиц. Перед ним двойки, четверки, восьмерки, 16, 32, 64 и 128. Поэтому вот такое вот двоичное число – это то же самое, что десятичное число 128 плюс 64 плюс 16 плюс 4 плюс 2 плюс 1. Чтобы радостно закончить нам с задачей Иосифа Флавия, нам нужно всего лишь сделать следующее. Смотри, вот видим здесь единицу, вот и здесь единицу, и здесь единицу. Догадайтесь, что мы напишем сюда? Единицу. Здесь 2 это 1, а здесь 1. Что здесь напишем? 1. Двоичная запись тройки это что? 3. Это 1-1. Двоичная запись единицы это 1. Двоичная запись тройки это 1-1. Двоичная запись пятерки это вот это. Это 1-0-1. Двоичная запись семерки это 3 единицы. Я сейчас заканчиваю. Двоичная запись единицы это единица. Тройки это 1-1. Пятерки 1-0-1. Семерки забор из 3 единиц. Девятки 1-0-0-1. 11 1-0-1-1. 13. А я уже забыл, где 13. А вот оно. 1-1-0-1. У 15 4 единицы. Вопрос. Как догадаться, по какому правилу получается четвертая строчка из третьей? Вот смотрите, как получить, не знаю, там число 7 из числа 19, это мы помним, там надо, ну, достаточно сложная процедура. А вот как получить из третьей строчки четвертую, это на самом деле очень легко. И я хотел бы, чтобы вы сейчас именно это мне и объяснили. Двоичная запись числа 5 – это 1-0-1. Итак, двоичная запись числа 7 – это 3 единицы. В общем, ребята, я считаю, что я объяснил вам, как все это работает. Двоичная запись числа 11 – это вот так вот. Двоичная запись числа 13 – это вот так. Двоичная запись 15 – это вот так. Кто уже догадался до принципа, по которому получается вот это из этого, это из этого, это из этого. Принцип очень простой. Это такая задача на догадливость. На самом деле я могу там дописать, могу не дописывать, это уже не важно. Потому что принцип уже виден. Пожалуйста, все посмотрели на доску. Пытаемся догадаться. Да, какой принцип? Убирается 1-0. Неверно. Смотрите внимательно. Между прочим, я сейчас пишу быстро. Ребята, вот еще одна важная вещь. Вы можете понять, сложный алгоритм или нет, потому насколько быстро его реализуют. Я сейчас пишу на доске быстро, я никуда не бегаю смотреть, это означает, что принцип должен быть какой-то просто до безобразия простой. Ну, какая закономерность? Кто поймет закономерность, я сразу, да. Не то. Пиши громче. Что? Не то. Не то. Хотел прибавлять. Не слышал. Хотел прибавлять это ты. Не то. Он решил задачу. Там везде первая единица будет переноситься в конец. Покажи.
Возьми какой-нибудь, я не знаю, там. 1, 1, 1, 0. Кто переносит? Что переносит? Первая единица, она перенеслась назад, и получилось, что эти две здесь, а это. Молодец. Единица. Смотрите, единица перепрыгивает, 0. Единица перепрыгивает 11. Единица, получается, перепрыгивает 11. Перепрыгивает 101. Перепрыгивает 101. Перепрыгивает 1. Перепрыгивает 11. Перепрыгивает 1, 0, 1. Перепрыгивает 3 единицы. Перепрыгивает 1, 0, 0, 1. Везде так! Вот у вас есть такая запись, единичка перепрыгнула, так получилось. Единичка перепрыгнула, так получилось. Первая единица совершает прыжок назад. Ну а дальше, если там нули вначале оказалось, то они, естественно, отбрасываются. Мораль. Формула, которая в десятичной системе выглядит не очень понятно, в двоичной системе это всего лишь правило. Зачеркни первую единицу и припиши ее в конец числа. Так, все поняли? Да!